12 апреля под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось расширенное заседание правительства Московской области. Во вступительной части губернатор поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. 12 апреля – особая дата для всех, кто родился и живет в нашей стране. В нашем регионе трудилось большое количество легендарных личностей, в том числе Королев и Челомей. Хочу поздравить наших космонавтов, всех, кто задействован в этой сфере. Порядка 30 тысяч человек в 16 муниципальных образованиях, сказал Андрей Воробьев. В 12 апреля на территории общеобразовательного учреждения «Русская школа» проведена межведомственная антитеррористическая тренировка, в ходе которой отрабатывались вопросы взаимодействия и практические действия сотрудников правоохранительных органов МЧС, Видновской станции скорой медицинской помощи. Участвующие в тренировке продемонстрировали высокий уровень подготовки в решении поставленных задач. Руководство, сотрудники и учащиеся «Русской школы» показали грамотные действия в случае чрезвычайных ситуаций. С 15-16 апреля в здании межрайонной ИФНС России номер 14 по Московской области пройдут дни открытых дверей. В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо предоставлять декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. С 15 апреля в детской школе искусств города Видное состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню труда, куда будут приглашены около 300 человек, делегации всех городских и сельских поселений, трудовые коллективы предприятий, организации и учреждений муниципалитета. Торжественным моментом праздника станет чествование ветеранов и передовиков труда.